Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео я хочу сообщить вам о бонус-коде, который буквально пару минут назад прозвучал на прямой трансляции на официальном канале Wargaming. Этот бонус-код вы сейчас видите у себя на экранах, ну а я пока покажу вам, где его можно ввести. Если вы играете с телефона либо с планшета, то заходите в настройки и на вкладке «Общее» просто видите здесь внизу нижней строкой «Ввести бонус-код». Нажимаете, вводите бонус-код так, как вы видите сейчас его на экранах. Ну и, соответственно, бонус-код будет активирован. Но если вы играете с компьютером, то у вас этой вкладки нет. И сейчас я вам покажу, что с этим необходимо сделать. Нажимаете на клавишу «Поддержка». Когда вы нажимаете на клавишу «Поддержка», для вас открывается ваш браузер. Ну и, соответственно, в этом браузере вы попадаете на вот такую вот страничку Центра поддержки Wargaming. Причем вы сразу залогинены, как видите. Что делать дальше? Дальше нажимаете «Играть». Здесь выбираете игру World of Tanks Blitz и нажимаете сайт игры. Когда нажали на сайт игры, попадаете на страницу с игрой. Здесь нажимаете на свой игровой никнейм, выбираете активировать код Wargaming, вас перекидывает еще на одну страничку, и здесь вписываете тот бонус-код, который видите на экране. Нажимаете активировать код, ну и видите, код успешно активирован. Что этот код нам дает? Возвращаемся в игру и смотрим, что я получил, активировав данный бонус-код. Не так уж и жирно, конечно, но халява лишней не бывает. Мы получили 5 штук X3, получили себе 2 внешних вида камуфляж фан-зона, 100 тысяч серебром и 100 сниппетов. Халява есть халява. Заходите, забирайте, вводите бонус-коды. А еще для того, чтобы первыми их получать, заходите и регистрируйтесь в моем Дискорде, потому что там бонус-код был опубликован, как только был размещен разработчиками. Ну и, соответственно, гораздо появился раньше там, нежели я успел заснять видео и выложить у себя на канале. Ну а для того, чтобы на канале ничего не пропускать, в том числе и подобные видео, подписывайтесь на него и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.